Все тебя нахуй ненавидят. И бородатый бы с тобой дружил, но ты его отталкиваешь, как и остальных, потому что ты мудак. Ты убил Рика Флэга. Флэг был прав. Миротворец. Как иронично. Дружок? Какого хуя? Эй, ты что тут творишь? Шпион ебучий. Чел, что с тобой? Черт, чувак, ты что там делаешь? Письку теребишь на меня, глядя. Что? Нет! Нет, чел, глянь! А хрен тебя, знаю я такие приколы. Посмотрю, у тебя там колом стоит, и ты мне на лицо напускаешь. Хуюшки! Что? Нет, мужик, он у меня в штанах! Это у тебя фетиш такой, хер людям показывать! Нет! Кто тебе такое сказал, блядь? Луи Си Кей, ебучий. Луи Си Кей сказал? Да я его урою! Нет, не говорил, это ты. Ты как Луи Си Кей. Смешной такой же? Чего, смешной? Нет, ты... Хер людям показываешь. А его стендапы-то тут вообще при чем? Я вообще молчал про его стендапы. Ты чё лепишь? Луи Си Кей показывал людям хуй по правде, блин. Это потому что он рыжий? Ебать тебя. Что? Да хер его знает, я пытаюсь логику понять. Говорю же, Луи Си Кей шланг свой людям показывал. Реально? Да господи, ты новости не читаешь. Нет, зачем? Там мрак один. Чел, я тебя умоляю, пожалуйста, ну просто глянь на мой пах. И все. Ну вот видишь? Видишь? Не мог к двери подойти по-человечески? Ну, я свет увидел, подумал, сюда кто-то залез. Рад, что ты вернулся, мужик. Чего плачешь? Я не плачу. И упражнения для лица делаю. Мышцы на лице качаю, чтобы оно было мускулистое. У тебя-то оно, поди, толще, потому что ты упражнения не делаешь. Да, похоже на плач, но это не он. Может, и меня научишь? Давай.